Всем привет, друзья! Вы на канале «Вкусные истории». Я продолжаю обзор бургеров из заведения «Козловна». Сегодня у нас обзор бургера под названием «King Burger». Вот такой вот набор, как вы видите. Стоит он 95 лей. Здесь луковые кольца, соус кетчуп и бургер с двумя котлетами из ягненка. Граммовки у них на сайте нету, поэтому взвесим весь набор. Весит 528 грамм, примерно так же, как и все предыдущие бургеры. Обзоры на все бургеры из заведения «Козловна» смотрите под видео по ссылочкам в инфобоксе. Вот так вот выглядят луковые кольца. Их мы и попробуем сразу. Такие мягенькие, нежные. На вид, кстати, очень аппетитные. Соус, кетчуп наверняка такой же, как и в предыдущих. Пробуем. Внутри такое широкое кольцо лука. Я думал, оно в панировке, оно в тесте. То есть это такое панировочное тесто, можно сказать. Вот видите, пузырьки. Вот почему они такие крупные. Лук, кстати, сырой практически внутри. То есть это такое на любителя. Я пробовал в другом заведении. Они были, во-первых, намного тоньше и более зажаристые в кляре. И лук был прям мягкий, его не чувствовалось. А здесь лук полностью сырой. По фактуре полноценный лук. И в тесте вот в таком. Но кому-то, возможно, не понравится. Кетчуп такой же, как и в предыдущих бургерах, он немного острый. Переходим к бургеру. Наверху, как и в предыдущих, белый соус с укропом, есть какой-то красный соус и красный лук немного. Две котлеты, между ними сыр, я не буду открывать, потому что она развалится. Вот так вот она выглядит. И здесь три ломтика помидоры, салат латук, наш любимый, и белый соус с укропом. Все стандартно. Больше, в принципе, ничего и не надо. Посмотрим, как выглядят котлеты в разрезе из ягненка. Здесь уже видно мясо более скрупное, фактурой неоднородная, такое рыхлое, выглядит очень аппетитно. Пробуем. Булочка отличная, такая, как используют большинство бургерных по городу. Белый соус с укропом вкусный, его много, дает хорошую сочность. Маринованный красный лучок также приятный по фактуре. Дальше две котлеты, между ними сыр из ягненка, отличное мясо, вкусные котлеты, по специям все хорошо. Эти котлеты не такие сочные, как курица и свинина, но это ягненок, совсем другое мясо, они немножко по суше. Ну, в общем, благодаря соусу и овощам бургер очень сочный. Дальше идут помидорки, свежие, вкусные, салат латук, скорее всего, и белый соус с укропом. Также мне этот бургер понравился. Весь этот набор стоит 95 лей. Луковые кольца мне такие не очень нравятся. Мне больше нравится, когда они в кляре и полностью лук зажаренный. Здесь лук сырой. Стоит ли этот бургер 95 лей? По общим ощущениям, можно спокойно брать и куриный, и свиной. По вкусовым ощущениям, это будет примерно то же самое. По полученному удовольствие от этих бургеров. Я вам рассказал свое мнение. Дальше решайте сами, какой бургер вам заказывать. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видеообзоры. Ставьте лайки, пишите в комментариях, на какие заведения мне делать обзоры дальше. Делитесь этим видео со своими друзьями. Заказывайте еду в проверенных местах. Всем приятного аппетита. Пока-пока.